10 скульпторов берут удел у кураторской выставе Владимира Кононова. У выставочной зале музея истории Могилева открылась экспозиция под названием «Крохкие кроки скульптуры». Чому крохкие? Тому, что до творчих помкнений треба ставиться вельми уважливо. Так лишить куратор выставы могилевский скульптор Владимир Кононов. Я такой старый уже скульптор полувековой истории. Я все новации, которые в Могилеве отбываются, а они грандиозные, лечу крохкими. До них треба относиться вельми с повагой великой и принимать за счастье. И творцы, и публика мають одно меркаванне. Скульптура у Могилеве інде наперед. И эта выстава один из кроков. Сапраўды, гэта нейкі уздым, нейкі усплеск, таму што і пленэры, і гэта яд жыжэль, кераміка, гэта ўсё ў Магілёве. Сярод аўтараў на выставе вядомыя і вопытныя скульптары, такія як Андрэй Вераб'ёў і Карней Аляксеев, і зусім маладыя творцы. Умова удзелу ў выставе – працаваць у Магілёве альбо быць яго ўраджэнцам. Напрыклад, Сергей Сотнікаў цяпер жыве ў Віцебску, але выставляецца на сваёй радзіме. Увогуле тут розныя матэрыялы – кераміка, дрэва, камень, метал і самыя розныя задумкі. А люди разные, на каждую скульптуру свой зритель, каждое свое мнение. Когда масса мнений, это отлично. То есть людей трогает эта скульптура, не зря. Кураторские выставы Владимира Кононова стали традицией творчих осяродку областного центра. Их проводят от 2014 года, когда в выставочной зале на Болдина после ремонту у новом интерьере и светле мастацкие творы стали глядеться по-новому. На этой выставе, кроме керамики и скульптур, представлены так само малюнки. Творчество неугасимо, раз на этот путь стал, естественно, потому что это уже мое, и оно должно быть до конца со мной. Илона Иванова, Юра Власцов, новини региона.